Наша компания была создана в 1991 году, и на сегодняшний момент наша компания объединяет в себя порядка 400 сотрудников, которые работают в 8 офисах, расположенных в разных городах Российской Федерации. Наш центральный офис находится в Москве, у нас есть офисы в Санкт-Петербурге, второй меньший город в России, в Новосибирске, в Казани, в Краснодаре, в Нижнем Новгороде, в Самаре, в Набережных Челнах. То есть на сегодняшний момент действительно, да, существует программа, которая называется Starliner. Это разработка отдельного коллектива программистов. И компания Nick Travel Group выступала в роли консультанта. Это комплексная система, которая специально разработана для корпоративного рынка. Да, в ней есть онлайн, да, она позволяет получать онлайн-информацию и бронировать услуги онлайн. Но кроме этого, она еще является системой управления заказами. Это система, которая позволяет контролировать расходы, их оптимизировать. Это система, которая позволяет на автоматическом уровне соблюдать все правила travel policy, которые приняты у клиентов. Это фактически инструмент для наших корпоративных клиентов, для наших заказчиков, для финансовых директоров с точки зрения контроля, для travel-координаторов с точки зрения обеспечения всего процесса, ну и, конечно же, для нас тоже, потому что мы видим все действия сразу же в онлайне в этой системе. Компания Travelport поддерживает продукт Galileo Web Services, на котором и была сделана разработка Starliner. Поддержку как на уровне глобальном с помощью API-поддержки в нашем лондонском представительстве, также и московское представительство, наша техническая служба всегда готова помочь и ответить на все возникающие вопросы. Galileo, в первую очередь, да, эффективный контакт на всех уровнях. На уровне руководства, на уровне аккаунт-менеджеров, на уровне технических исполнителей. И вот эта вот эффективность контактов, я надеюсь, да, как раз является одной из основных причин вот этого нашего долгосрочного сотрудничества. И на сегодняшний момент одной из причин, почему вот настолько серьезно сотрудничаем именно с Travelport, состоит в том, что тот движок для онлайн, именно для онлайн-бронирования в компании Travelport является на сегодняшний момент, да, наиболее эффективным, наиболее продуманным, разработанным и наиболее приемлемым именно для подобного рода решений в корпоративном бизнесе. Компания Travelport предлагает все последние технологии, которые выходят на российском рынке. Например, один из последних продуктов – это Universal API. В данный момент Nick Travel Group тестирует этот продукт и надеется, что они будут им довольны. Сотрудничая с Travelport, мы имеем очень хорошего партнера на достаточно жестком и конкурентном рынке по обслуживанию деловых поездок, по бизнес-тревелу. Для нас это чрезвычайно важно, да, когда мы в лице Travelport, да, имеем профессионального партнера, профессионального консультанта с точки зрения технологий, во многом это нам помогает и в нашей работе, и в наших продажах. Travelport действительно нашел то, что нужно российским агентствам, то, что нужно фактически российским клиентам. Если посмотреть на динамику роста количества бронирования в системе Galileo, ну, она поражает.